Из показаний, данных свидетелем Пундит Тульсирам, следует, что обвиняемый Бахадур Сингх убил Рама Нараяна Сингха. В соответствии со статьей 302, обвиняемый Бахадур Сингх приговаривается к смерти. Нет. Пундит Тульсирам. Сегодня ты сделал меня вдовой. Не рассчитывай, что смерть моего мужа сойдет тебе с рук. Его сын, которого я вынашиваю, отомстит тебе, когда он вырастет. Тогда и посмотрим. Поздравляю, родился мальчик. Славься, богиня Бхавани! Ты слышала новость? Мадам родила мальчика. Много детей рождаются в мире. Ты с ума сошел. Разве ты не помнишь, что она сказала на суде? Теперь она воспитает сына, наполнив его душу ненавистью. Те, кто помнит угрозы, глупые трусы. Иди работай. Тебе что, доктор прописал прожить свою жизнь в этом месте? Какой смысл оставаться здесь? Берегите раны. Как если бы ты ранил себя. Подумай, зачем тебе это? Может быть, другой убежал бы, поджав хвост, после угроз женщины. Но я не брахман из Гангагада. Я вырос на берегах этой реки. Я с честью ношу топор Паршурама на шее. Вы все здесь? Это первый день рождения нашего господина. Мы должны были прийти. Поздравляем, сестра. Входите. Что ты делаешь? Этот дом свят для нас. Эта ступень равнозначна ступени храма для нас. Где наш будущий вожак? Богиня Бхавани, он настоящий тигр. Сестра, молодой Такур, дар небес. Воспитай его. Когда он будет готов, мы придем за ним. Его плечи окрепнут, а голос станет подобен грому и даже сможет затопить земли Шамбалы. Рейносла Филм представляет. Винода Кхана, Мусами Шатерджи, Кабира Бедди в фильме «Сводные братья». При участии Ритеша, Трилок Капура, Нирупа Роя, Кэй Эн Синга и других. Особая благодарность Соне Зебе Рехмане. Автор сценария Джи Р. Камата.
Продюсер Анил Эл Хосла. Композитор Алаксмикант Пиарелле. Режиссер Рэй Хосла. Отлично. Ты так похож на отца. Такого же роста, такой же широкоплечий. Сестра, он просто перевоплощение господина. У него характер отца. Лакхан, покажи ему все, чему я тебя учила долгие 20 лет. Оно заряжено, дядя. Оно всегда заряжено. Мама, встань напротив того дерева. Отлично, Тхакур. Браво, Лакхан. Браво, Лакхан. Браво, Лакхан. Браво, браво. Браво, Лакхан. Теперь заберите его. И пока дело не будет завершено, пусть он не смеет возвращаться. Так же, как и вы. Не беспокойся, жена моего брата. Отныне Лакхан сможет лишь тогда посмотреть тебе в глаза, когда убьет Тульсирама. Идем, Лакхан. Богиня Бхавани, дай мне такую силу, чтобы я смог отомстить за смерть отца. Который из вас Лакхан? Это я, Лакхан. Тот самый Лакхан, который был рожден, чтобы раздавить тварь, подобную тебе. Ты не похож на сына Бахадура Синга. Если бы это было так, ты вызвал бы меня на поединок, как мужчина-мужчину, и мы боролись бы лицом к лицу. Что же это за храбрость, когда на одного безоружного направляет ружье десятерых человек? А ты, видно, забыл про свою трусость? Ты называешь храбростью то, как ты посмел выдать моего отца? Бесстыжая тварь! Ты не оставил моему отцу никакого шанса, а теперь просишь честного поединка? Как бы это ни называлось, но застрелив безоружного человека, ты не восстановишь справедливость. Вот моя справедливость, Тульсирам. Из-за твоих показаний моего отца приговорили к смерти. Это мой суд. Я приговариваю тебя к смерти. Зачем ты тратишь свое время? Застрели его и покончим с этим. Вы трусы. Я не боюсь смерти. Вперед! Стреляй! Но прежде чем убьешь меня, запомни имя человека, который принесет твою смерть. Рупа! Мама.
Лакхан, сегодня ты вернул мне честь и уважение. Благослови тебя Господь. Горожане, посмотрите на лицо этого человека. Он убил господина Тульсирама. Полиция его разыскивает. Тот, кто сообщит какие-либо сведения о нем или поможет его арестовать, будет вознагражден 2000 полновесных рупий за счет, разумеется, города. Странно, повесили его фотографию на его же доме. Они из полиции. Они знают, что делают. Что посеешь, что и пожнешь. Ему придется ответить за все. Послушай. Кто ты? Рупа. Сын Тулсирама Брахмана. Зачем ты здесь? Предупредить тебя. Лакхана убьют не полицейские. Что? Он отомстил за смерть своего отца. Я буду мстить за смерть моего. Рупа, если дорожишь жизнью, никогда не переходи дорогу Лакхану. Что бы ни случилось так, что твоя мать, потеряв мужа, лишится и сына. Этого никогда не произойдет. Ты посмотри в эти глаза. В них ты увидишь смерть Лакхана. Он может прятаться даже в аду. Я из-под земли его достану. Передай ему. Мама, зачем ты пришла в такую даль? Ты могла просто послать за мной? Сын Тульсирама приходил ко мне. И что? Я видела его глаза. Не приближайся к нему. Перестань, мама. Если бы у него была хоть капля отваги, он пришел бы ко мне. Зачем он пришел к тебе? Такие трусы, как он? Не считай его трусом, Лакхан. Тот, кто осмелился бросить вызов врагу, действительно очень опасен. Рупа? 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 Мама, я только тогда вернусь домой, когда Лакхан будет убит. Твой сын Рупа. Лакхан! Если слышишь меня, то слушай. Звон этого колокола — это голос твоей смерти. Клянусь именем богини Дурга. Пока ты жив, у меня нет ни матери, ни сестры. Нет даже дома. Все пошли вон отсюда, скорее. На улицу никому не выходить. Молча стоим здесь.
Как твое имя, милая? Рамкатори. Моя младшая сестра. Разве она сама не может говорить? Сейчас нет, господин. Она слишком молода. Я к вашим услугам, господин. Но она возлюбленная моя. А я ее любовь. Я возьму то, что мне понравилось. Скажи, во что мне это обойдется? Скажи мне. Сделки не будет. Она принадлежит мне. Это мое решение, оставить ее или продать ее. Если Лакхану что-то по нраву, он это получит. Это твое требование? Сделка состоится. И если не по доброй воле, применю силу. Нет. Не смей! Когда я влюблен, я использую оружие, чтобы получить то, что хочу. Нет. Помогите! Помогите! Теперь ты решил приводить сюда девушек? Дядя, она была как пленница у дакойтов. Она не принадлежит нашему роду. В этом вопросе даже дакойты должны думать, как мы, сынок. Наши игрушки — это оружие. Но ружье не успокоит пыл сердца, дядя. В этом одиноком лесу мне нужна живая забава, чтобы мое сердце обрело покой. Я не могу жить как дикарь, дядя. И это говорит сын Бахадура Сингха? Да, дядя, это тот самый сын, которого вы учили только убивать. Сегодня или завтра меня убьют полицейские. И перед смертью я хочу познать жизнь. Я хочу жить. Пусти меня. Отстань. Пусти! Оставь меня! Господин, то, что делает Хакур, неправильно. Он поступает неверно. Но это мы заставили идти его по неверному пути. Девки, послушай, что произошло. Все, что есть. Вот это стоящая вещь. Сколько? Она стоит 8 тысяч. Но с тебя я возьму всего 5. Дай ему мешок. Чтобы привезти сюда, вы надели на меня повязку. Почему я не могу снять ее сейчас? В чем дело? Этот хлам не стоит и 2000. Сними повязку и проверь товар. Хорошо. Отправим ее назад? Зачем?
Мы готовим нападение. Сколько мы еще будем таскать ее с собой? Когда захочешь, мы приведем ее назад. Отправьте ее. В укрытие! Хакур, это полиция? Нет. Полиция продолжила бы обстрел. Всего один выстрел был сделан, и сделан в меня. Значит, это Рупа. Так, окружите его. Не дайте ему уйти. Он сам пришел к своей смерти. Мы его не нашли. Ему удалось уйти. Может, в следующий раз? Предатель. Из-за своей жадности, из-за жалких 1000 рупий, ты хотел с нами расправиться, сдав нас полиции. Ты хотел, чтобы нас... приговорили к смерти. Амритлал! Кто ты? Что здесь делаешь? Ищу тебя. Зачем? Хочу к вам присоединиться. Зачем? Даже вы носите топор Паршурама на шее. Ты брахман? Я сын пундита Тульсирама. Твое имя? Рупа. Зачем пришел к нам? В этих краях только вы представляете касту брахманов, жаждущих крови тхакуров. И? Я жажду крови Лакхана. Это успокоит твою душу. Что получим мы? Я служил в армии семисел. Мои навыки очень хороши. Один выстрел, одна цель. А если я стану твоей целью? Брахман не предаст брахмана. Амритлал не доверяет никому. Испытай меня. Прошу. Твое сердце такое же храброе, как слова. Да. Идем. Пристрели его. Он донес на нас полиции. Застрелив его, ты отделишься от мира законов и откроешь двери в наш мир. Thank you.
Девки. В чем дело, Амбер? Я обесчещена. Лакхан изнасиловал мою дочь. Что ты говоришь? Да, этот монстр запятнал наше имя. Амба. Амба, я понимаю твою боль. Над твоей девочкой надругались. С этого дня мой сын для меня мертв. Боже. Если Лакхан посмел совершить этот грех, убей его. Это лучше, чем иметь такого сына. Забери у него жизнь. Лакхан, вот ты тут распиваешь вино в тени, а кто-то готовится тебя убить. Кто? Рупа. Что, есть новости? Ничего нового о вражде Рупы к тебе нет. Но хитрость брахманов может для нас оказаться опасной. Какая хитрость? В одиночку он не сможет тебе отомстить, поэтому он присоединился к банде Амритлала. Дядя, тогда у нас появился еще один враг. Насколько он опасен? Ахан, Дакоид до тех пор жив, пока он на чеку. Если расслабишься, умрешь. Что ты имеешь в виду? Пока они не напали, напади на них первым. Вымани его. Сначала уберу этого парня с усами. Возьму его на себя, займись бородатым. Они проснулись после долгой спячки. Они все трусы. Они не предупреждают о нападении. Сегодня Лакхан пришел не по нашей голове, за Рупой. Это будет продолжаться, пока жив Лакхан или Рупа. А потом? Если Лакхану удастся ускользнуть сейчас, помни, не дай ускользнуть Рупе. Хозяин ружья, чей голос заставлял содрогаться сердца полицейских, сегодня пал.
Ружье, которое было стражем нашей безопасности на протяжении 6 лет и хранило нас от ареста, нуждается в хозяине, как мы в вожаке. Я этот человек. Я буду его хозяином. Берегись. Оставь ружье. И что еще? Забудь о 6 годах. Ты не сможешь позаботиться о банде и 6 дней. Какой ты? Ну что ты пялишься? Нож в руке, давай, действуй. Правда? Все окончено. Ваш вожак. Рупа! 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 Пропустите. Кто этот толстяк? Он военный ювелир. Снабжает нас оружием в обмен на золото и украшения. Да? Будешь работать на меня, как работал на Амритлала? Конечно, господин. Начну прямо сейчас. Вот мой товар. Возьму деньги потом. Можно идти? Стой. Да? Толстяк. Да? Скажи вот что. Спрашивайте. Тебе можно верить? Сэр, мое имя Рамхароуз. О чем это вы? Рамхароуз? Да. Ты не предашь нас? Предать? Господин, я не хочу расстаться с жизнью, предав вас. Я могу идти? Расванти! 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 Куда несешься, как слепая скотина? Ты не представляешь, что сейчас произошло с твоим Рамхароузом. Выглядишь вполне здорово. Что произошло? Пока не произошло, но произойдет. Сестра Читы Чинта не выходит у меня из головы. Кто она? Где она живет? Я убью ее. Кто эта девка? Это не девка. Она не девка. Это проблема, которая привязалась ко мне. Проблема? Еще большая проблема, чем я? Да. Стоит 2 тебя. 2 бандита. Рупа и Лакхан. Они враждуют между собой. Что за беда, если они враги? В том-то и проблема. А я друг обоих. Что с тобой? Зачем держишь патрон отдельно? Лакхан выжил, потому что у меня кончились патроны. Эта ошибка больше не повторится. На пуле высечено имя. Теперь она будет предназначена только для Лакхана, стоящего передо мной. Зачем высекать имя Рупы на пуле? Я не слышал, дядя. Рупа носит пулю для меня на своем рукаве. Мне нравится это в моем враге. Эту пулю я заряжу тогда, когда Рупа будет стоять передо мной. Все, что остается узнать... Так это то, чья пуля скорее достигнет цели. Я Рупа. Я здесь для того, чтобы помочь тебе. Помочь? Я знаю, что сделал Лакхан. Разве ты не хочешь отомстить? Если бы могла, разорвала бы его на 1000 кусочков и скормила собакам. Моя пуля поможет тебе. Все, что тебе нужно сделать, это привести Лакхана сюда любым способом. Если Лакхана убьют здесь, его люди не пощадят нас. Не беспокойся, я спрячусь снаружи. Услышат только мое ружье.
И тогда миру станет известно, что Рупа отомстил за свою честь. Тебе не причинят никакого вреда. Ты скажешь мне? Скажу. Рамкатори тебя прислала сюда. Да, господин. Она сказала, если вы не хотите украшать огонь, зачем тогда его разожгли? И еще сказала, если хотите вновь увидеть ее живой, приходите завтра вечером. Хорошо, старик. Скажи Рамкатори, что я приду. Непременно приду. Тебе здесь не душно? Может, выйдем? Окутаем себя лунным светом. Без выпивки? Как это ты промахнулся? Я не промахнулся. Меня обманули. Как это? Тот, кого я принял за Лакхан, оказался лишь его отражением в зеркале. Она не могла предать меня. Да что ты знаешь, она же кутизанка. Она разрушила немало частных семей. Дядя, я принадлежу к семье, которая не щадит предателей и их семьи. Никогда. Господин звал меня, и я пришла. В чем дело? Ты злишься на что-то? Почему сегодня вместо любви в твоих глазах ярость? Ты знаешь ответ. Это сомнение или жалоба? Как ты хитра. Может быть. И красиво. Конечно. И, возможно, предала меня. Дарати,
Рупа не такой глупый, как ты, чтобы так легко попасться в мою западню. Нет. Какие новости? Полицейских нет в деревне, но твоя мать сказала. Что? Вот ее слова. Передай Лакхану, чтобы он не смел возвращаться домой. Что ты мелешь? Я сказала, не смей возвращаться домой. Да. Но что я могу поделать? Я ведь твой сын. У меня никого нет в этом мире. С одной стороны, меня преследует Рупа, с другой — смертная казнь. А твоя любовь помогала мне жить все это время. Ты это называешь жизнью, а я это называю смертью. Почему? Почему ты так говоришь? Не смей меня называть матерью. Ты мне это говоришь? Да. Своему сыну? Ты мне не сын. Тот, кого считают самым опасным преступником при жизни, не может быть моим сыном. Услышав твое имя, все девушки каменеют от страха. Ты мне не сын. Услышав твое имя, дети прячутся от страха. Ты мне не сын. Я твой сын, мама. Ты травила ядом ненависти мое сердце с каждой каплей молока, вместо того, чтобы учить меня читать и писать. Ты учила меня управляться с ружьем. Ты наполнила мое сердце ненавистью, враждой и жаждой мести. Ты не показала мне радость жизни, а лишь сумрак смерти, мама. И пока я жив, я вынужден скитаться в этом мраке. Это моя дорога, а это моя судьба. Ты обратила невинного ребенка в бандита, а я обратил этого бандита в животное. И сейчас ты винишь во всем меня? Почему ты молчишь, мама? Если у тебя есть ответ, я никогда больше не потревожу тебя. Рупа! Я же велел не стрелять в Рупу! Рупа моя мишень! Не идите за мной! Дара, скорее, скорее, скорее же. Вперед, быстрее.
Я чужак. Я ранен, прошу. Помоги мне. Спрячь меня где-нибудь. Если бы ты был птенцом, я бы спрятала тебя в своем саре. Но где мне спрятать такого здоровяка? Спрячь где угодно. Но торопись. Бандиты меня преследуют. Бандиты? Так ты тоже бандит? Нет. Почему они преследуют тебя? У меня с ними давняя вражда. Ты должен рассказать это полиции. Нет. Сказав полиции, я создам еще больше проблем. Как это? Я имею в виду, что полицейский участок далеко. А что, если разбойники настигнут меня раньше? Прошу тебя, спрячь меня где-нибудь. Но где? Придумала. Сможешь дойти туда? Попробую. Идем. Идем. Не говори про меня никому. Даже своей семье. Никому. Если ты не боишься полиции, почему боишься моей семьи? Скажу позже. Идем. Бандит здесь. Уведи его отсюда. Любой ценой. Девочка, ты видела здесь мужчину? В деревне 700 мужчин. Кого вы ищете? Одного. Высокого, сильного и смелого. Наверное, это сын дяди Мурли, Мохан. Нет, я говорю не о деревенских. Это чужак. И он ранен. Если он ранен, он пойдет в больницу. Что делать в этих полях? Ты говоришь правду? Ты знаешь, кто я? Что я должна знать? Ты похож на разбойника. Меня зовут Лакхан. Да какая мне разница, как тебя зовут? А как зовут тебя? У меня красивое имя. Сона, золотко. Но в нашем доме не найдется даже меди, чтобы украсть. У вас много что можно украсть. Клянусь богом Рамой. Мы бедняки. Не веришь? И ты сам проверь. Прошу. Ты меня не боишься? А что надо? Мы же не враги друг другу. Какая смелая. Да, я такая. Мы деревенские боимся только... Чего? Засухи и сорванной свадьбы. Ты красива, как и невинна.
Рупа? У него в запасе есть несколько дней, дядя. Я привел его лошадь. Та же вода, те же овощи, тот же хлеб, но сегодня ужин был просто сказочным. Мать Соны, отныне тебе не позволено входить на кухню. Кто же будет тебе готовить? Буду есть пищу, приготовленную моей дочерью. Только пока она здесь. Когда она выйдет замуж, что будешь делать? Дядя. Не волнуйся, даже после свадьбы ты будешь есть ужин от Соны. Я буду его вам приносить. Всегда. Посмотри-ка на этого Тхакура Бакилала. Дядя, как я выгляжу в этой одежде? Хвоста не хватает. Хвост не нужен, тетушка. Нужна только скорейшая свадьба. Твоему отцу тоже. Он не может жениться. Как же тогда он женит меня? Он говорит, что ни одна девушка за меня не выйдет. Почему ни одна? Что за изъян у тебя? Ты симпатичный, видный, ты настоящий Тхакур. Ты уважаемый человек, да? Разумеется. Тогда я женюсь. Конечно. Дядя, готовься к свадьбе. Пойду скажу своему отцу. Скажу ему прямо сейчас. Иду. Мне не нравится, что он приходит в наш дом. Хола уже обручен с Соной, а этот дурачок все еще мечтает о ней. Какой в этом смысл? Но он же дурачок. Почему ты так добр к нему? Мать Соны, я в долгу перед его отцом. Дурачок приходит и уходит. Какое зло он нам может принести? Тебя видел кто-нибудь? Нет. Ты рассказывал кому-нибудь? Почему? Ты же запретил мне рассказывать. Если бы я сказала, тебя бы поймали. Ты ведь бандит, не так ли? Я угадала. Кто тебе сказал, что я бандит? Зачем говорить, я не дурочка. Это рана, этот пояс для патронов. Преследование. Все говорит за тебя. Ты принесла нож? Да, да. Возьми. Подержи ногу. Я? Да. Почему ты не покончишь с бандитской жизнью? Тебе угрожает Лакхан, постоянные прятки с полицией. Никуда нельзя пойти свободно. Ни с кем не встретишься. Брось ты это. Все дороги, кроме этой, для меня закрыты. Было бы желание, человек сам творит судьбу. Если бы это было возможно. Еда? Я просил только нож, чтобы вынуть пулю. А ты принесла поесть? Не будешь есть, не наберешься сил. Вот, ешь. Знаешь, кто я? А что, должна знать? Ты похож на разбойника. Меня зовут Лакхан. Лакхан? Какая мне разница? Как тебя зовут? У меня красивое имя Сона, Золотко. Но у нас в доме и меди-то нет. Господь благословит тех, кто подает, и тех, кто нет. Кто вы? Бродяга у твоего порога. Что тебе нужно, мудрец? Мне протянуть руку, или просить взором, или обратиться к тебе? Что нужно бродяге?
В этом мире нельзя получить что-то, не спросив. Я спросил у Бога, возжелал у Него. Мои руки не поднимутся вновь после этой мольбы. Я просил у Бога, возжелал у Него. Кого ты просил у Бога? Не спрашивай, что я вымаливал у Бога. Мир, всего лишь мир. Я боюсь называть ее имя. Я поняла. Ты стал святым в любви к кому-то. Но истинные влюбленные не боятся мира. В нашей деревне был поэт. Он пел каждый день и каждую ночь. И что он пел? Что не могут любить те, кто страшатся мира. Их поступки губят их жизнь. Он пел такие песни. Что, удивлен? Я несчастлив, но в этом никто не виноват. Та, в кого я влюблен, не подозревает об этом. И, видимо, ты известный мудрец. Даже достигнув цели, я не обрел цельности. Я стою перед тобой, и все же я очень далек от тебя. Ты снова ранен? Нет. Тебя преследуют бандиты? Нет. Ты хочешь что-то украсть? Нет. Почему ты все время отвечаешь «нет»? Скажи, зачем ты здесь? Я был так очарован твоими речами, что даже забыл, зачем я пришел. Тогда я скажу что-нибудь неприятное. Может, вспомнишь, что забыл? Ну что, проверим? Да. Вспомнил, в тот день ты спасла мне жизнь, я даже не отблагодарил тебя перед тем, как ушел. Ты пришел так издалека, только за этим? Да. Мог бы прислать мне письмо, я умею читать. И еще кое-что. Я хотел сделать тебе подарок. Подарок? Да. Мы животные, мы только так выражаем благодарность. Возьми. Нет, я не могу принять это колье. Почему? Ты бандит. Кто знает, где ты это украл? Нет. Поверь мне, это принадлежит моей маме. А моя мать достойная и уважаемая женщина. Так ты из хорошей семьи? Да. Я служил в армии, но сбежал оттуда. А почему ты сбежал оттуда? Ты высокий, сильный мужчина. Ты бы стал офицером через пару лет. Я тоже так думал. Но у судьбы были для меня свои сюрпризы. Мы сами решаем, какая у нас будет судьба. Сделай это, вернись в армию. Тебя накажут немного, а потом ты станешь офицером. Если так нравится играть с оружием, оставь жизнь бандита и стань офицером. И защищай бедных, а не убивай врагов. Сона, ах, если бы я встретил тебя раньше. Ты плачешь? В жизни человека много событий, о которых могут рассказать только его чистые слезы. Я не понимаю, что случилось с Тхакуром. Забросили дела, сидим с Сиднями уже несколько дней. Позавчера я сказал Тхакуру, что землевладелец Ким Чан с сыном пойдут с 2-часового автобуса. За него можно было получить 50 тысяч рупий. А что вышло? Тхакур переоделся старцем и в 12 опять ушел в деревню. Любовь такая штука. Из бродяг делает любовников. Thank you.
Расфанти! Расфанти! Да. Сегодня ты из жены превратишься во вдову. Вдову? Да. Боже, что ты говоришь? Говорю правду, любимая, говорю правду. Лишь благодаря твоему везению я спасся сегодня от смерти. Только я спасся, и вот уже смерть моя. В чем дело? Что такое? Почему ты испугался, когда увидел меня там? Что, если бы меня кто-то узнал? Я не испугался, увидев вас. Так что? Я испугался, потому что не было выстрелов. Кто должен был стрелять? Он! Кто он? Рупа! Рупа тоже здесь? Да. Зачем он здесь? Можно сказать. Говори! По той же причине, что и вы. Нет! Почему ты испугался, увидев меня? Я всегда боюсь, когда вижу вас, но там... Что там? Я испугался, увидев Лакхана и тебя поблизости. Лакхана? Он был там? Да. Зачем он там был? По той же причине, что и вы. Правда? Да. Стрелять! Застрели его, Лакхан. Такого шанса больше не будет. Разве не видишь, он прячется за лошадью. Так застрели лошадь, тогда Рупа будет бессилен. Нет, дядя. Рупу я найду в любое время. Но такой лошади, как Дара, больше нет. Тогда в погоню. Ни одна лошадь не способна потягаться с Дарой, дядя.
Что с вами случилось? Плохо вижу. А ступенек слишком много, сынок. Хотите войти в храм? Да. Я вас отнесу. Идемте. Здоровья тебе. У меня тоже есть сын. Он высокий, как ты. Такой же сильный, как ты. Почему он не пришел с вами? Я пришла сюда ради него, сынок. Богиня Бхавани, когда бы я к тебе не приходил, просил только для себя. Но сегодня я прошу для этой бедной женщины, и ты должна исполнить ее желание. Матушка, проси все, что пожелаешь. Пусть Лакхан умрет. Как зовут твоего сына? Рупа. Я слышал, что Господь всегда исполняет мольбы матери. Лакхан обязательно умрет, матушка. Но помолись еще за одну вещь. Когда бы не умер Лакхан, он умрет достойно. Лакхан, ты беспечно относишься к работе. Ты просто переодеваешься и уходишь в деревню. Если тебе так нравится девушка, чему волноваться? Хочешь, я ее украду для тебя? Дядя, если посмеешь сказать такое снова, я посмею забыть, что ты друг моего отца. Дядя, встретив ее, я впервые услышал зов жизни. Это не зов жизни, это зов смерти. Любовь для нас — предзнаменование своей кончины. Она принадлежит к уважаемой семье, а ты опасный преступник. Так что отношения невозможны. Что ты прячешь в кармане? Ничего. Иди сюда. Иди. Ближе. Не читай это. Не читать? Нет уж. Я хочу жениться на тебе, а тебе не стыдно писать такие письма деревенской девушке, а? Вот что я с тобой сделаю. Слушай, обещаю, что больше таких писем не будет. Порви его. Порвать? Да. Порвать? Да. Почему? Я расскажу каждому в этой деревне. Что расскажешь? है मेरा प्रेमी कोई पागल दिखता है हाय हाय
Кто привез ее сюда? Молчите! Кто привел ее сюда? Отвечайте! Отвечайте! Кто привел ее? Кто привел ее? Кто, я спрашиваю, ты? Отвечай. Кто привел сюда девушку? Кто это сделал? Может быть, ты ответишь? Лохан, нет смысла их бить. Я ее привел. Ты привел ее, дядя? Да. Мне не впервой приводить сюда девушек. Разница только в том, что до вчерашнего дня мы это делали запросто. Сегодня я привел ее. Иди, утоли свою страсть. Я предупреждал тебя, помнишь? Я могу и забыть, что ты друг моего отца. И теперь мой племянник стал моим врагом из-за девчонки, к которой ты так рвался. Чтобы увидеть ее, ты сотни раз ставил свою жизнь под угрозу. Сегодня, когда она в твоей власти, ты злишься на нас. Дядя, если бы на твоем месте был кто-то другой, я бы давно его прикончил. Скажи им всем, что если хоть кто-то позарится на эту девушку хоть раз, я выжгу ему глаза. Не бойся, Сона. Тебя никто не обидит. Я знаю, ты прошла долгий путь, около 70 километров. И ты, наверное, очень устала. Но важно, чтобы ты вернулась домой прямо сейчас. После такого долгого путешествия трудно будет вернуться в деревню. Ты сможешь идти? В чем дело? Пустяки. Дай-ка я посмотрю. В деревне полиция. Не страшно. Давай идем. С ума сошел? Ты пойдешь прямо к ним в руки? Это опасно. Твоя честь важнее моей жизни. Пошли. Ты оскорбляешь меня этим. Ты спас мою честь. Даже у меня есть обязанности. Я не пойду в деревню. Если я не пойду, тебе никто не поверит. Ну и пусть. Мне не важно мнение окружающих. Но... Не волнуйся, мои родители там, в деревне. Я их хорошо знаю. Они мне поверят. Правда? Уверена? Да. Ну хорошо. Но помни об одном. Если тебе понадобится моя помощь, привяжи эту накидку к тому дереву, и я приду сразу. Как только увижу ее. Скорее, Сона вернулась. Брат Раму, Сона вернулась. Thank you.
Это ваша дочь? Кто тебя увез? Их было четверо. Кто они? Не знаю. Дай фотографии. Кто-то из этих? Не могу сказать. Посмотри внимательнее. Ты что, даже не помнишь лица людей, которые тебя похитили? Как я могла их запомнить? Мне закрыли лицо. Куда они тебя забрали? Место было похоже на пещеру. Что там произошло? Пришел их вожак. Что он сказал? Увидел меня и отругал своих людей. Он кричал на них и бил их. А что он сделал с тобой? Даже не посмотрел на меня. Вел себя очень уважительно. Он меня защитил. Как ты вернулась? Один из них привел меня сюда. Ты наверняка видела их вожака. Нет, его лицо было закрыто. Можешь назвать для нас расположение этих пещер? Почему? Разве ты ничего не видела, когда шла туда и обратно? Нет, они завязали мне глаза на время дороги. Можешь вспомнить хоть что-нибудь? Если бы я что-то знала, обязательно сообщила бы вам. Что ж, господин Тхакур, ваша дочь вернулась, остальное — дело времени. Идемте, инспектор. Сона, девочка моя, мама. Сона? То, что ты сказала полицейским, это правда? Да, папа. Только одно было ложью. Что? Я видела их вожака. Кто он? Лакхан. Лакхан? И ты ничего не сказала об этом полиции? Он спас мою честь. Как я могла сдать его полиции? Какая же ты невезучая. Твою честь уже запятнали. И честь твоих родителей тоже. Ты веришь, девчонки? Нет. Почему она соврала? Есть два варианта. Либо она боится Лакхана, либо помогает ему. А может быть, стала его девушкой. Едем. Что тогда? Тебе нужно подговорить двух-трех деревенских не спускать с девушки глаз. В случае чего, пусть немедленно свяжутся с нами. В город. Поехали. Теперь люди будут о тебе сплетничать. Они будут чернить нас. Нет, этого не случится. Я доверяю своей девочке. Как только я ее увидела, я поняла, она непорочна. Это говоришь не ты, а твоя материнская любовь. Кто теперь возьмет ее замуж? Мама, я знаю, что невинна. И мне нет дела до чужого мнения. Я доверяю Бхоле. Он поверит мне. В чем дело? Почему ты избегаешь меня сегодня? Неправда? Я знаю твой взгляд. Раньше твои глаза сияли, увидев меня. Глаза отражают радость и боль сердца. Когда мое сердце во тьме, как мои глаза могут сиять? Взгляни в мои глаза. Ты увидишь свет правды. Если бы целый мир был в твоих глазах, я бы увидел его. Посмотри в них. Кто тебя останавливает? Тот же мир, который, как и твои глаза, хитер. Он следит за всем, что происходит. Прикоснись-ка. Зачем? Если ты действительно любишь меня, поймешь. Я говорю правду. Нет. Я не волшебник, чтобы прикосновением превратить тебя вновь в золото. Сона, почему ты позвала меня? Я не знаю, что мне делать. Моя жизнь... Что случилось? Превратилась в кошмар с того дня, как ты вернул меня отцу.
Отец на меня не смотрит. Соседи бросают такие взгляды, что я сама себя стыжусь. Только мама верит, что я невинна. Все остальные презирают меня. Абхола? Даже он затаил сомнения в сердце. Что? Абхола тебе не верит? Как это может быть? Он же любит тебя. Как любящее сердце может не верить? Если бы ты был на месте Абхолы, чего бы ты желал? Почему ты молчишь? В ночь, когда свет Господа осветил твой мир, мой мир поглотила тьма. Мне не везет сон. Ты превратила мое каменное сердце в золото, а я обратил золото в медь. Из-за меня на тебя клевещут. Но только я очищу тебя от этого пятна. Я скажу всей деревне, что ты чиста, как святая река Ганг. Я приду послезавтра. И каждый ребенок в этой деревне будет знать, что ты чиста. Сэр, завтра в деревню придет Лакхан. Это точно? Да, я сам вчера ночью это слышал. Он обещал Соне. Прекрасно. Все выглядело как договор. Лакхан придет в деревню завтра. Это правда? Правда? Я не лжец. Он приходил увидеть Сону. Рамсинг, Наянсинг, панна. Готовьте все необходимое. Мы тоже идем в деревню, чтобы встретить Лакхана. Я не хочу, чтобы ты шел сегодня в деревню. Почему? Я слышал, полиция устроила там засаду сегодня, поэтому я думаю, тебе не стоит туда идти. Ты заботишься обо мне? А что случится с девушкой, чья чистая душа порочена из-за одной твоей ошибки? Только я могу очистить ее от грязи. То ли полиции тебя ждут там. Не волнуйся. Я уже много раз избегал пуль полицейских. С благословения богини Бхавани справлюсь и сейчас. А если придется пожертвовать жизнью, что ж... Подумай еще раз. Ты не только себя подвергаешь опасности, но и нас. Вы думаете так же, как и дядя? Рамсинг, Утхамсинг, Джайсинг. Почему вы все молчите? Хорошо. Я пойду. Непременно пойду. Посмотрим, кто посмеет меня остановить. Иди. Но помни одно. С сегодняшнего дня связь между тобой и нами прервана навсегда. Дара. Лакхан больше никогда тебя не оседлает. Когда он придет увидеть Сону, он встретит свою смерть. Клянусь, так и будет. Слушайте, если кто-то посмеет выстрелить в Лакхана... Кто это? Это не наши в полиции. А может, главный начальник из Гвалиора приехал? Дело, видимо, серьезное. Арест Лакхана — дело серьезное. Внимание! Товарищ! Спидно!
Больно! Проходите. Где ваша дочь? Позовите ее. Сона. Да, папа. Есть новости. Лахан. Лахан? Не бойтесь. Я пришел сказать, что ваша дочь невинна и чиста. Это как? Повяжи мне эту ракхи. Что? Господин Тхакур, мир может очернять отношения мужчины и женщины, но никто не смеет осудить отношения между братом и сестрой. Только эта ракхи докажет твою невинность. У меня мало времени. Прошу, привяжи это мне на руку. По традиции, я должен подарить тебе что-то, но я не смог принести это. Если мне удастся вернуться целым, я подарю то, что хотел. Если же нет, моим подарком тебе станет моя жизнь. Внимание! Смирно! Где он? Кто? Лакхан. Лакхан? А как бы он сюда пробрался? Идиот, и человек в джипе, это Лакхан. Где он? Внутри. Вперед! Что смотришь, Рупа? Стреляй. Лучшей возможности не будет. Это правда. Лучшей возможности не будет. Но не возможности забрать твою жизнь, а возможности ее спасти. Идем.
Как моя лошадь? Толстеет, когда ест все подряд. Все подряд? Твою лошадь я кормлю морковкой. За 50 рупий. Тогда ты должен мне еще 50. Твоя лошадь уже съела ягры на 100. Но это же лошадь. Дурак. Скорость этой лошади была отличной. Ты ездишь на даре? Иногда. Почему иногда? Нельзя притворяться, что дружишь с лошадью. Поэтому иногда. Хочешь вновь оседлать свою лошадь? Конечно. Тогда беги. Довольно. Зачем ты помог мне? Не я тебе помог. Нити на твоей руке спасли тебя. Уходила Хан. Нехорошо, когда враги много болтают. Когда бы мы не встретились снова, не мы будем разговаривать, а наше ружье. Господин Лакхан сделал ее своей сестрой. Сона повязала ему Ракхи. Но Ракхи бандита не заставит меня молчать. Что известно бандиту о ценности Ракхи? Ему никто ни мать, ни сестра. Тхакур, Сона чиста, как река Ганг. Разве подтвердит отец, что его дочь порочна? Мы не можем отрицать факты из-за твоих убеждений. Но... Это вопрос моего уважения. Я должен жертвовать своим уважением ради твоего? Слушай внимательно, Тхакур. Девушка, которая провела целую ночь в убежище бандита, не станет мне невесткой никогда. Это мое последнее решение. В чем дело? Они разорвали помолвку. Что теперь будет? Что будет, если помолвку расстроили? Сона выйдет замуж в назначенный день и час. Ну как же? Увидишь. Я уже видел жениха и благословил их союз. Кто он? Балвант. Балвант? Сона никогда не будет с ним счастлива. Он же дурачок. А будет ли она счастлива, оставаясь запятнанной? Свадьба состоится непременно. Нет.
Пока я жива, свадьбы не будет. Тогда остается лишь одно решение. Либо эти бандиты выживут, либо я. Папа! Лучше умереть, чем увязнуть в клевете. Стой! Отойди! Я сделаю все, что ты скажешь. Пожалуйста, папа. Сона? Сона? Сона! Лакхан, зачем ты пришел сюда? Если тебя кто-то увидит, тогда уходи, уходи скорее. Сначала ответь, почему ты выходишь за Балванта? Таково мое желание. Желание? Но ты же любишь Пхолу. Разве нет? Раньше любила, теперь нет. Почему? Тот, кто любит, не сомневается в любимой. А тот, кто сомневается, не уважает ее. Но ты не будешь счастлива с Балвантом. Что? Он же дурачок. Ты не прав. Он из богатой семьи. Я уверена, что он будет уважать меня. Я буду счастлива. Ты ведь тоже этого хочешь, да? Когда свадьба? Зачем тебе это? Я приду и посмотрю, полны ли твои глаза счастья. Нет, не приходи туда. Не прийти на твою свадьбу? Исключено. Умоляю, не приходи. Там будет вся деревня. Будет полиция. Если кто-то тебя узнает, тебе не удастся сбежать. Прошу тебя, Лакхан. Скачи к Рупе. Туфан? Туфан! Туфан! С ним все в порядке? Он привез послание. Рупа, причина, по которой враг стал на один день моим другом, та же. Мне вновь нужна его дружба. Если веришь мне, встретимся под Саджангадом. Один на один, без оружия. Если согласен с условием, пришли мне Дару. Лакхан. Зачем вызвал меня без оружия? Ты сказал, что при следующей нашей встрече говорить будем не мы оружие. Ну и? Пусть ружья еще помолчат. Что за причина? Сона. Сона? Что тебе известно о ней? Ее жизнь могут разрушить. Как? Из-за меня ее оклеветали. Жених отказался взять ее в жены. Отец насильно выдает ее за дурачка. Свадьбы не будет. Точно. Но ни я, ни ты в одиночку не справимся. Придется помочь друг другу. Хорошо. Пока это не закончится, эта пуля будет отдыхать. Моя тоже отдохнет. Как бы тебе не позавидовали, Сона. Сона, возьми что-нибудь от глаза. Никто не должен тебе навредить. И почему Бог сделал меня девушкой? А что бы ты сделала, будь юношей? Сона? Это я, Лакхан. Зачем ты пришел сюда, Лакхан? Если нас увидят, тебя убьют. Уходи, Лакхан. Я пришел забрать тебя отсюда. Идем. Забрать меня?
Я не позволю тебе выйти за этого юродивого. Ты выйдешь за Пхолу. За Пхолу? Да, он ждет тебя. Идем. Скажи мне, Лакхань, почему ты без причины рискуешь своей жизнью ради моего счастья? Что это за отношения? Что за связь? Зачем тебе это, Лакхан? Нас соединяет та самая ниточка, что ты повязала мне на запястье. Сделав это, ты обрела защиту, а у меня появилась обязанность защитить тебя. Прошу, дай мне выполнить мой долг, Сона. Идем. Дядя? Дядя? Лакхан увез Сону. Папа? Что теперь будет со мной? Заткнись, идиот! Я молчу. Теперь будет жить только один из нас. Либо я, либо Лакхан. Идем, Рамсинг. Папа, я не получу Сону. Ни ты, ни твой отец не получим ее. Ты говоришь правду, папа? Если я не получил ее, как ты собирался ее получить? Присмотрите за этим придурком. Остальные за мной. Сона. Прошу, оставь Лакхана. Штаб. Лакхан почти в наших руках. Пришлите еще отряд. Тогда мы точно его возьмем. Мы сейчас в соседнем районе. Это все. Идем. Быстрее вези Сону в храм. Торопись. Скорее. Пока все удачно. Но как мы удержим полицию, пока они не обвенчаются? Я изучил карту, есть только два пути. Либо по этим ступеням, либо с той стороны. Наши пули задержат их на ступенях. Но что-то надо придумать. И там. Идем. За мной. Наганнайш.
Предупреждаю вас. Если сделаете еще хоть один шаг, вы будете отвечать за собственную смерть. Рупа Лакхан, у вас нет возможности укрыться, вы окружены. Сдайте девушку и сдайтесь полиции сами. Девушка и парень будут свободны сразу по окончании священной церемонии. Вы жените их насильно. Сейчас они хотят пожениться. Это делается по их воле. У вас 10 секунд. Вы должны сдать оружие и сдаться полиции. Иначе у моих людей приказ стрелять на поражение. Этот шеф много болтает. Он уже заканчивает. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Лакхан? Да. Сегодня два юных существа соединятся на всю жизнь. Точно. Но у тебя проблема. Как только ты видишь врага, твое ружье начинает палить. Справься с ним, и полицейские не умрут. Тогда как мы их остановим? Целься им по рукам и ногам. Кто-то будет ранен, но никто не умрет. Я ошибся. Ошибся. Что? Я привел священника, но забыл привести музыканта. Музыканты слишком скучные для свадьбы Соны. В этом есть и музыка, и барабаны. Слушай. В конце концов, Тхакур женится. Неужели есть нечто более музыкальное, чем пули? Осторожно. Эта полиция убьет тебя быстрее, чем закончится церемония. Лакхан. Займись той стороной, а я здесь присмотрю. Осторожно. Не пристрели меня по ошибке. Нет, не сейчас. Я тебя предупрежу заранее. Кто проведет церемонию передачи невесты? Я священник. Кто проведет церемонию передачи невесты? Что это? Без этого свадьба невозможна. И что же нам делать? Проводи ее. Силой нельзя. Если церемонию передачи не провести, свадьба не считается. Не считается? Чего ты пялишься? Проводи церемонию. Нет. Это важная часть ритуала. Только родственник невесты может передать ее. Может ли брат передать невесту? Да, брат может участвовать. Рупа, я сейчас вернусь, но ты останешься один. Не волнуйся за меня. Иди, я справлюсь. Священник, что мне делать? Возьми руку невесты в свою. Положи этот цветок, но помой руки вначале. Священник, мало времени. Что может быть чище, чем кровь брата? Давай. Я могу идти? Иди.
Рупа! Идем. Лакан, ты в порядке? Да, хорошо. Рупа, ты можешь уйти от полиции? Для меня это обычная вещь. Отлично. Церемония почти завершена. Уходи отсюда скорей. А как же ты? У меня прострелены обе ноги. Ты уйдешь без меня. Не смей говорить, что не в силах уйти, Лакан. Я унесу тебя на себе. Сегодня даже я не уйду отсюда. Ты глупец, Рупа. Ты мог уйти отсюда. Почему не ушел? Куда мне идти? В этом огромном мире. Что мне делать без моего врага? Сначала ушли враги. Теперь должны уйти друзья. Рупа. До того, как с нами разделается полиция, почему бы тебе не достичь цели своей жизни? О чем ты? Достань пулю, что хранишь для меня, и выстрели в грудь врага. Не сомневайся. Лакхан, Сона вышла замуж. Наша работа выполнена. Что теперь нас держит в этом мире? Ты совершенно прав. Исполни мое желание. Заряди свое ружье и отомсти. Я исполню его. При одном условии. Каком? Когда из твоего ружья вылетит пуля, в тот самый момент пуля, что хранил я, вылетит из моего ствола. Идет? Идет. Заряжай. Странно. Момент, которого мы ждали всю жизнь, настал, но рука не поднимается. Ни о чем не думай, Рупа. Ни о чем. Не понимаю. Если нам суждено умереть друзьями, зачем мы прожили нашу жизнь врагами? Не страшно, Рупа. Последние минуты наше желание исполнится. Когда мы снова придем в этот мир, нас будут связывать крепкие кровные узы. Во имя богини Дурга, стреляй в меня!